По оценкам, 1/3 продуктов питания, производимых во всем мире, портится и выбрасывается. Каждый из нас может внести свой вклад в сокращение пищевых отходов не только ради самих продуктов, но и ради ресурсов, которые затрачиваются на их производство. Контейнеры и умный холодильник – это идеальное решение для сокращения пищевых отходов, благодаря которому можно не только заботиться об окружающей среде, но и экономить деньги. Эти революционные контейнеры предназначены для хранения фруктов и овощей в холодильнике в оптимальных для них условиях. При этом их свежесть сохраняется дольше. Хранение фруктов и овощей было тщательно исследовано ведущими учеными-диетологами Университета Флориды, и компания Tupperware разработала линейку умных контейнеров, преимущества которых были подтверждены Генским и Ханойским университетами. Цель данного исследования была в том, чтобы подтвердить, что различные овощи дышат по-разному. Основываясь на результатах исследования, мы разделили фрукты и овощи на три группы в зависимости от того, как они дышат, и разработали систему Tupperware Atmosphere Controlled Environment, которая создает оптимальные условия для длительного сохранения свежести фруктов и овощей. ACE – это уникальная трехпозиционная система вентиляции, которая помогает регулировать атмосферу внутри контейнера, балансируя поток кислорода и углекислого газа, поступающих в контейнер и выходящих из него, и настраивается в зависимости от типа хранящихся овощей и фруктов. Эта регулируемая система вентиляции на 70% сокращает потерю влаги и помогает продуктам дышать в идеальной для них атмосфере, в результате чего они сохраняются хрустящими, свежими и вкусными до 3 недель. Вы приносите продукты домой из магазина свежими, и очень важно, как вы их сохраните. Если хранить их в пакете или вообще без упаковки, это может привести к тому, что они задохнутся, засохнут или начнут гнить, то есть испортятся гораздо быстрее. Храня продукты в контейнерах «Умный холодильник», вы позволяете им дышать и получать необходимое количество воздуха и влаги, тем самым сохраняя их свежими дольше. Остановимся подробнее на деталях изделия. На крышке расположен слайдер системы вентиляции и пиктограммы, помогающие определить, в каком положении он находится. В зависимости от содержимого контейнера, слайдер необходимо установить в одном из трех положений. При приоткрытом положении слайдер находится на позиции с пиктограммой, с закрашенным полукругом. В таком положении небольшое отверстие открыто для вентиляции воздуха. При закрытом положении слайдер находится посередине, на позиции с пиктограммой с полностью закрашенным кругом. При этом оба вентиляционных отверстия закрыты. Когда слайдер располагается на позиции с пиктограммой с незакрашенным кругом, отверстие открыто для полной вентиляции. Как узнать, какой тип дыхания у продуктов? Для удобства инструкция-стикер нанесена на сам контейнер. В таблице приведены изображения пиктограмм распространенных видов продуктов. Инструкция внедрена в стенку контейнера между слоями полимера. Таким образом, со временем она не выцветит и не смоется. Существует два типа инструкций – западная и азиатская. Обе содержат распространенные продукты, используемые в этих регионах. В зависимости от вашего региона у вас будут изображения азиатских или западных продуктов питания. Пиктограммы очень подробные, что облегчает идентификацию и выбор условий хранения. Соответствующее положение слайдера для вентиляции указано в правом верхнем углу каждой части таблицы. Здесь мы видим приоткрытое, закрытое и открытое положение. Также в таблице изображены пиктограммы продуктов, которые не следует хранить в холодильнике. Кроме того, на контейнер нанесен QR-код, по которому можно перейти на локальную веб-страницу Tupperware, где можно найти полный список продуктов и дополнительную информацию о них. Сквозь прозрачное основание видно содержимое контейнера. Встроенная решетка на дне контейнера защищает продукты от влаги, что способствует их более длительному хранению, а вентиляция не позволяет конденсату скапливаться на дне. Система подачи воздуха обеспечивает равномерную циркуляцию. На крышке расположен язычок для комфортного открывания. Контейнеры имеют модульную конструкцию, их можно по-разному комбинировать для рационального использования пространства в холодильнике. Пустые контейнеры можно хранить, помещая основания друг в друга. Для оптимизации пространства при хранении оснований ставьте высокие контейнеры в низкие. Теперь давайте рассмотрим каждый размер. Пиктограммы с продуктами будут отличаться в зависимости от размера контейнера и покажут вам, какие продукты лучше всего хранить в том или ином контейнере. Небольшой контейнер объемом 800 мл подходит для хранения малины, черники, свежей зелени, имбиря.
ростков фасоли. Высокий контейнер, умный холодильник, объемом 1 литр 800 мл, можно использовать для хранения грибов, лимонов и лаймов, винограда или редиса. В низком контейнере, объемом 1 литр 800 мл, удобно хранить клубнику, лук-порей, спаржу, брюссельскую капусту и морковь. Перейдем к более объемным контейнерам. Контейнер «Умный холодильник» объемом 4 литра 400 мл отлично подходит для хранения цветной капусты, брокколи, шпината, манго и яблок. В контейнер «Умный холодильник» объемом 6 литров 100 мл поместятся большие кочаны капусты, пучки салата, артишоки и ананасы. Контейнер «Умный холодильник» объемом 9 литров 900 мл используется для хранения объемных продуктов. Вертикальный контейнер «Умный холодильник» объемом 3 литра 200 мл сконструирован специально для хранения продуктов продолговатой формы – моркови, сельдерея, кабачков, зеленого лука, спаржи, зелени. В любом контейнере большого размера разные продукты одной и той же категории могут храниться вместе. Наконец, самый маленький контейнер «Умный холодильник» объемом 375 мл удобно использовать для хранения небольшого количества трав, ягод, имбиря или перца чили. Перед тем, как поместить продукты в контейнер «Умный холодильник», убедитесь, что они полностью высохли. Все части контейнеров можно мыть в посудомоечной машине. При мытье и сушке снимать слайзер не обязательно, но если вам необходимо его снять, то делайте это следующим образом. Снимать слайдер всегда следует с внутренней стороны. Не вытаскивайте слайдер снаружи, это может его повредить. Всегда располагайте его посередине. Это положение указано двумя стрелками, выгравированными на внутренней стороне крышки. Держите крышку одной рукой близко к слайдеру, чтобы зафиксировать эту область. И вытолкните слайдер большим пальцем другой руки. Или, удерживая место расположения слайдера двумя руками, одновременно вытолкните его большими пальцами обеих рук. Чтобы вставить слайдер обратно, всегда размещайте его посередине, устанавливая его в закрытое вентиляционное положение. Держите крышку одной рукой в месте расположения слайдера. Другой рукой вставьте слайдер в пазы и нажмите до щелчка. Тщательно просушите пустые контейнеры перед тем, как сложить их вместе. И всегда храните без крышек, чтобы избежать появления влажности. Продукты, хранящиеся в контейнерах «Умный холодильник», вкуснее и хранятся дольше, благодаря простой в использовании системе вентиляции, которая сокращает потерю влаги на 70% и позволяет продуктам дышать в оптимальных для них условиях, сохраняя брокколи, морковь и зеленый горошек свежими и хрустящими. Храните овощи и фрукты с умом с помощью контейнеров «Умный холодильник».